Береги трезвость с молоду. В России могут запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года. В Госдуму уже внесли законопроект, который предполагает повысить возрастной ценз. 16 регионов России поддержали инициативу. Сегодня ее обсудили в Общественной палате Чувашии. Авторы проекта убеждены, увеличение возрастного ценза с 18 лет до 21 года оградит наше общество от ранней алкоголизации молодого поколения. Так сказано в пояснительной записке к документу. Впрочем, в эффективность данной ограничительной меры верят не все. В стране идет активное обсуждение. Взять и запретить. В России уже, по-моему, где-то 15 регионов очень легко проголосовали и за запрещаем. Но мы должны ответить на другие очень важные вопросы. Действительно, человек должен иметь, мы какой-то, должны знать какой-то возраст. Когда человек почувствует себя взрослым. Он у нас сегодня 18 лет. Тогда что передвигать этот возраст? С этого возраста начинаются другие градации. Можно ли ему там жениться? Можно ли ему дать действительно автомат в руки? И много-много других. Здесь, по крайней мере, собрана та аудитория, которая, по крайней мере, может что-то сказать. Хочется просто выслушать ваше всех мнение. В обсуждении сегодня приняли участие депутаты Госсовета Чувашии, представители министерств, правоохранительных органов, медики, психологи, педагоги. Общественники проект поддержали, но отметили, он требует доработки и в настоящее время его принятие преждевременно. Кстати, по результатам опросов ЦИОМа 79% респондентов признали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года наиболее эффективной меры по борьбе с алкоголизмом. Кроме того, за повышение возраста продажи алкоголя высказалось 2/3 российской молодежи. Галина Титарчук, Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.